спина, вот такой вот кубок, кубок спортивного клуба Evolution. Аплодисменты, аплодисменты. Спасибо. А также будет разыграно несколько анимационных листов. Если кто-то есть, вот камера, мы все увидим. Команды, прошу на поле. Аплодисменты, давайте поддержим, ребят. Вот эта команда «Платоя», капитан команды «Кожурин Вадим» и «Петербург Сильдийский» «Горба Бирюзоя», капитан команды «Палажин Олег». Вы же подумайте, что «Горба Бирюзоя» за данный болезнь. Это предложение от меня. Начинаем нашу игру. Мы играем сегодня в «Эффи». Поехали. Shit.
Спасибо, Леша, подошли ребятам. Лучшим игроком матча признан, как ни случайно, Лещенко Андрей! Вот такой вот пятый приз. И команда, которая сегодня не выиграла, не проиграла, а просто не выиграла. Это Клюницкий, президент Клюницкий и их капитан Валерий Савер. Награждается под этим цветом. Валерий Савер. Лучший игрок команды Клюницкий. Сегодня по форс-мажорным причинам к нам не приехала команда «Антарес», и им, к сожалению, случилось техническое поражение 30-0. Подолье дальше идет в Суперлиге без поражений, 6 побед подряд. Уже через 2 недели мы поборемся за выход в плей-офф с командой «Сокол Львов». Наш настоящий такой противник. Такое будет такое себе дерби Западной Украины. А мы сегодня разыграли такой прекрасный кубок спортивный «Бум Революшн». И его сегодня выиграла команда «Подолье». А сегодня произошел товарищеский турнир, кубок спортивного клуба «Эволюшн». За него боролись регбийный клуб «Подолье» и регбийный клуб «Хмельницкий». Сильнейшим оказалось «Подолье» и выиграл этот трофей.